Сколько? Кайфов желаете! Желаем, желаем! Ряженые, шумные, непрошенные гости на святке к добру. Двери для них всегда должны быть открыты. Считается, чем больше гостей побывает у вас в эти дни, тем счастливее и удачнее будет год. Изначально языческий праздник приобрел христианские символы и традиции. 6 числа в ночь Коледовали, так как это была самая длинная ночь, самое длинное и самое молодое солнце нарождалось. 7 января Христославили. 13 щедровали, это значит с Новым годом поздравляли. А 14 посевали, желали всего самого доброго и наилучшего. Наряжались и взрослые, и дети. Костюмы придумывали и шили сами из того, что было в доме. Праздничные песни с добрыми пожеланиями хозяевам пели громко. Слышно было издалека. Заслышав дорогих гостей, хозяева готовили самое щедрое угощение. Ох, уважили, уважили! Конечно, будем дарить! Вот вам, детки, сладкие конфетки, прянички, баранки, бублики. Сладости детям, взрослым сало пожирнее, да мясо повкуснее. Зачастую коледующих одаривали деньгами. Дети больше всего любили сладости, печенье, пряники. И особым угощением было обрядовое печенье. Называлось оно «Козуля», потому что выглядело оно похоже на козу с рожечками. Вот. Сейчас в современном мире дети ждут, конечно, денежек и монеток. В стародавние времена монеты дарили реже, но дарили еще мотки шерсти. И какое же веселье без игр и гаданий. Вытащить вслепую предмет, который расскажет будущее, интересно каждому. Колечко. Что это значит? А кольцо предвещает свадьбу или прибавление в семье. Массовые гуляния и песни на святках не смолкали даже ночью. До самого крещенского сочельника все от мала до велика веселились, радовались Рождеству, прославляли Христа, щедро делились самым лучшим, поздравляли друг друга с праздниками. Щедрик, щедрик, дай вареник, ложечку кашки, а поверх колбаски! Не морозь людей! А вы, люди, знаете, столы застилайте! Гостей приглашайте! Новый год встречайте! Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».